комплекс гимнастики для занятий. 2 раза в неделю для детей с 3 до 4 лет. Гимнастика проводится не реже 2 раз в неделю, помимо ежедневной утренней гимнастики. Продолжительность занятия не более 20 минут. Нельзя делать гимнастику перед сном. Занимайтесь в хорошо проветренной комнате. Приучайте ребенка правильно дышать и не задерживать дыхание. Цель занятия – обучение детей выполнению упражнений с предметом, развитие навыков бросания и ловли мяча, согласованности движений с другим лицом. Для занятия вам потребуется гимнастическая палочка и мяч. Сейчас мы вам покажем комплекс гимнастики для детей с 3 до 4 лет, который необходимо выполнять 2-3 раза в неделю. Встаем, Полиночка. Опа. Ну что, Полиночка, помаршируем? Давай, раз, два, раз, два. И пошли по кругу. Ручки поставили на пояс. Раз, два, раз, два. Раз, пошли в другую сторону. Пошли на носочках. Пошли, пошли на носочках, на носочках. Хорошо, пошли на носочках, на носочках. Теперь на пяточках пошли, на пяточках. Молодец, умница. Не остановились. Взяли палочки. Держи палочку. Подняли палочку вверх, посмотрели на нее. Раз. Опустили. В два. Еще раз подняли палочку вверх, посмотрели. Раз. Опустили вниз. Два. И последний разочек. Подняли палочку, посмотрели. Раз. Опустили. Два. Теперь раз подняли палочку, опустили ее сзади. Раз подняли палочку, опустили ее спереди. Подняли палочку, опустили на плечи. Подняли палочку, опустили к ножкам. Теперь сделаем несколько упражнений лежа. Давай будем ложиться. Давай палочку. Будем ложиться. Давай. Опа. Ложимся. Держим палочку. Опускаем ее вниз. И будем поднимать ее вверх. Раз подняли палочку вверх. Вверх, вверх. Хорошо. 2 к ножкам опустили. Раз подняли вверх. 2 к ножкам. Раз подняли вверх. 2 к ножкам. Теперь переворачиваемся на животик. Палочку сюда. Голову опустили. И поднимаем палочку и голову. Раз подняли. Держим, держим. Опустили. И раз подняли палочку. Держим, держим, держим. Опустили. Теперь встаем, Полиночка, и поиграем в мячик. Встаем, встаем. Смотри на меня. Ловим мячик. Раз. Кидай мне. Ловим мячик. Раз. Кидай мне. Ловим мячик. Кидаем. Раз. Молодец. Теперь кидаем мячик из-за головы. Раз. И кидай из-за головы. Вот. Молодец. И еще лови. Раз. И кидай из-за головы. Молодец. Занятие заканчиваем спокойной игрой и ходьбой. Маршируем. Пошли по кругу. Раз, два. Ручки на пояс. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Три, четыре. И встали. Раз, два, три, четыре. Потянулись, потянулись, вздохнули, опустили. И еще раз. Потянулись, потянулись, опустили ручки. Молодец. Занятие закончено. Завершайте занятие ходьбой или спокойной игрой длительностью 2-3 минуты.